Мой. Ну, как уха? Очень вкусная. Очень вкусная. Да. Ложка, конечно, не презентабельная. Ну, была бы уха, ложку найдем. Да. Вообще заставишь на улице, и он застынет, как холодильник. Так рыбаки располагаются. Вот сегодня юбилей у Карпова пруда. Олег. И у всех его организаторов сварили уху. Олег, скажите пару слов. А что сказать? Спасибо всем, честь кто праздника. Приехал. Спасибо за поздравления. Будем стараться вас дальше радовать. Приезжайте. У нас сегодня не только уха, у нас сегодня копченая рыба, там целый мангал, он стоит рыбы копченой. Карпов пруд! Давай, 3-4, все вместе, ребят! С днём рождения! Давай! С днём рождения! Карпов рождения! Ура! Наш любимый водоем! А многие не пришли, потому что ловят рыбу. Да ловят, ловят! Маловато, нет? Не нормально. А вот здесь не, закоптили. Карповский рыбу. Улов Карповского пруда. Карп, осетр, господа. Вся рыба пойманная на этом водоеме. Запах такой вообще просто. Да, жалко, что запах камера не передает. Конечно, слюнки текут, просто обалдеть. Ну там свои, я вчера на даче нашел. Я тебя там не было, красота. Добро пожаловать, ребят. Приглашаем всех. Вот такие вот красоты. На мероприятие. Рыбы много. Рыбы просто не имеет. Карп, белый амур, форель, окунь, щука, сом. Нет, мы уже за этим. А, за этим. Цены приемлемые. Давайте. Добро пожаловать. Какая вкусняшка. Карпов пруд. День рождения. Ура! Уха, к сожалению, уже почти закончилась. Не почти, а уже закончилась. А Владимир Владимирович, который готовил, теперь доедает вьюшечку. Да, вот. С днем рождения, Карпов пруд!